Более 2500 человек в мае этого года будут бороться за право стать призерами 13-х молодежных дельфийских игр России и европейского тура состязаний. В эти дни отбор участников идет во всех 83 субъектах страны, в том числе и в Волгоградской области. Накануне определились лучшие конкурсанты в парикмахерском искусстве, кулинарии и телевизионном мастерстве. Теперь очередь за вокалистами. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Небольшая распевка перед выступлением, и девушки из творческого коллектива «Веснушки» готовы идти на сцену. К выступлению готовились заранее. Акцент решили сделать на хорошем вокале и патриотической направленности песен. О том, как молодые парни шли на войну, и как девочки, ну как чуть-чуть постарше нас, провожали их и надеялись на то, что они вернутся живыми. На отборочный тур конкурсанты съехались со всех районов Волгоградской области. Возраст участников от 10 до 25 лет. Выпускники музыкальных школ соревнуются наравне со студентами Института культуры. И всех объединяет общее желание – убедить требовательное жюри в своих незаурядных способностях. Есть немного волнения, но настроение боевое. В жюри отборочного тура только профессионалы, преподаватели музыкальных вузов, артисты волгоградских театров. Оценивают конкурсантов по совокупности. Хорошие вокальные данные плюс артистизм. Это около 70 претендентов, и из них мы должны выбрать шестерых. Ну, главное, чтобы это был претендент на медаль. Чтобы это был сильный, профессионально хорошо подготовленный ребенок. Артистичные. Всего же в состав команды для участия в дельфийских играх от Волгоградской области войдут 200 человек. По рейтингу наша область считается одной из самых сильных. Мы занимаем 5-е место среди регионов России по количеству золотых, серебряных и бронзовых медалей. Задача предстоящих дельфийских игр, которые к тому же будут, что называется, домашними, не только сохранить существующую тенденцию, но и упрочить позиции. Ольга Макарова, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».